Вау, всем привет, топчики! С вами Димон Про. Сегодня у нас будет реакция на три новых анимации от Gage Animation. Я решил его называть уже как все называют, не доктор, как уже, а Gage Animation. Правильно, как-никак так называть. Ну, давайте от Gage Animation мы посмотрим сейчас новые три анимации. Начало вот эту пиар своего ТГ-канала пропустим. Спит наша ведьма. Она даже не подозревает, что уже сбежал Леонардо Гудфеллас родом из тюрьмы. И чё, ведьма, тебе еще недолго осталось тут служить. Спит как убитая. Как ты думаешь, где сейчас может находиться ведьма? Сложно сказать, она может быть где угодно, в тронном зале, в спальне, либо трапезничать. Я бы для начала заглянул в тронный зал, если ее там не будет, то потом можно пойти в спальню, вдруг она... Ну да, она 100% там. Она спит, и пока она спит, мы сможем ее убить. Что ж, так и поступим. Благодаря твоей силе, мы с легкостью всех одолеем. Но ее как бы не хватит на прям всех, нужно ее экономить как бы. Не спеши радоваться, жидкого азота в моей маске не хватит, чтобы одолеть всех. Поэтому придется убивать монстров голыми руками. Допустим, этого зубастика, блин. Блин, монстр охраняет вход, как будем действовать? Ты нападешь на монстра, а я в это время проберусь ко входу. А? Ладно, так уж и быть. Я сам с ним разберусь. Давай, рот, вали его. Предыдущий монстр был слабее. Ну, неплохо, Леонардо Гудфелло. Ты что, специально ждал, пока он меня отмудохает? Ай-яй-яй, как не... Зачем так-то поступать? Ну, ладно. Мне просто хотелось узнать, кто из вас победит. Ты оказался слабее этого кролика. Так сам попробуй с ним посрешаться, вот тогда и посмотришь, прав ли ты или нет. Ну, приступаем к новой, следующей анимации. Будь тише, здесь монстр. Он что, спит? Ну как бы да, что тут удивляться-то? Дерьмо, кажется, мы его разбудили. Да ничего, сейчас мы отмудохаем его. Надеюсь, ты слабее предыдущего монстра. Хрена себе, кислотой его еще кидается. Лео. То есть блюет. Ты в порядке? Да, он не попал в меня. Кажется, этот монстр сильнее предыдущего. Тебе... Чтоб не втыкал, как говорится. Удалось его победить? А не, не тут-то было. Вот, блин, зря я это сделал. Да давай уже хоть что-то сделай. Че не помогаешь-то? Эй, ты! Ты снова использовал свою силу. А что тут было иначе, как бы поступать тут? Пришлось бы-то.
Это ж падла еще стоит. Нам повезло. Осталось убить только одного монстра. Ну, давайте же мы, да, приступим к последней, третьей анимации. Ты только посмотри. Это значит, что ведьма находится за той дверью. Кстати, у Рода изменился голос. Он такой уже более... Мне не особо нравится уже такой голос. Лучше, как раньше было. Он такой более... Ну, просто как-то ухудшенный, как бы я сказал. Мне не особо что-то понравилось, по первым словам. А зачем это размытие сзади было добавлять? Должно быть, это последний монстр. Он охраняет спальню. А это значит, что ведьма находится за той дверью. Этот монстр выглядит мощнее других. Ты не боишься? Нет. Рот уже не в таких передрягах даже был. Так что ему тут нечего бояться. Вблизи он еще больше. Одолеть его будет нелегко. Но нас ведь двое, а он всего лишь один. Он какой-то медленный. Фига себе, блин, вырубил. Ты хоть еще живой? Лео, нет. Лео, мне очень жаль, Лео, что так случилось. Ведь ты еще совсем юн. И не успел пожить вдоволь. Да вот, еще жив, блин, слава ты богу. Ты что-то сказал, Рот? Лео, ты жив. Как я рад. Конечно, я... Обернись. Я жив. Меня так легко не убить. Рот, берегись. Какого черта здесь происходит? Почему... Эх, ты ж уже, падаль, вышла уже. Чё сейчас тебе хана будет после этого монстра? Ну так шумно. Ведьма, я до тебя скоро доберусь и убью тебя. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Убей его, медовик. Да ёпта, живи, Рот. Нет, Рот, только не это. Молодец, медовик, оставь его, пусть гниет. Тебе ж хана, и, видимо, поверь. Пожалуйста, не убивай меня! Ха, нормально его проткнул. Я же говорил, что Рот еще выживет. Надеюсь, этот громила теперь точно мертв. Вставай, Лео. Пора отомстить ведьме. Ну, прикольная анимация. Будем ждать уже 277-ю уже, которая будет, думает, уже где мы победим все же. Эту ведьму мы будем, короче, собственно, ждать. А с вами был Димон Про. Всем пока-пока.